Где-то в большом городе живет самый маленький в мире похититель драгоценностей. Но когда его последняя операция проваливается... Бриллиант исчез! Ему нужно придумать совершенно новый план. Бриллиант был у меня, но мне пришлось его бросить ей в сумку. И что теперь? Нужно его вернуть. Совершить идеальное преступление. У меня есть план. Может, даже ребенок. Малыш, ты прелесть. Милая, смотри. Господи, это ребенок. Фильм братьев Уайанс. Может, мы его оставим? Это Келвин. Он очень милый, но какой-то странный. Он схватил меня за нос. Он схватил меня за нос! Фильм создателей «Белых цыпочек». Ку-ку, я тебя вижу! Крутого парня. Доброе утро. Ты вчера был настоящим животным. Раньше ты никогда такого не делал. Не всегда бывает много. Открой ротик. Дэрил, что ты делаешь? Это ректальный термометр. Малыш. Один тебе и один малышу. Он только что засунул мне язык в рот. Фильм режиссера Кинана Айвори Уэйнса.